Ежегодно фестиваль студенческих трудовых отрядов «Звездная карусель» собирает со всей республики самых активных участников этого движения. Сначала это были только вожатые, теперь подключились и другие. Наша съемочная группа познакомилась с участниками фестиваля на генеральной репетиции. Подробности у Юлии Важениной. Педагогические, сервисные, строительные, сельскохозяйственные и отряды проводников РЖД. Теперь все принимают участие в фестивале «Звездная карусель». 57 студенческих отрядов, а это свыше 250 тысяч парней и девушек с гордостью называют себя бойцами трудового движения. Чувашская республика, Краснодарский край, Московская, Амурская области, города Нововоронеж и Мурманск. Все это география деятельности наших отрядов. Каждый из участников трудового движения по-настоящему любит свою работу. Все свое летнее время я посвящаю лагерю, все 4 смены работаю в лагере. На самом деле очень нравится. Лагерь «Волна» – это лагерь моего детства, то есть я сама ездила туда пионеркой. Когда исполнилось 18 лет, уже поехала работать вожатой. И то есть ничуть не жалею, что там работаю, очень нравится. Студенческие трудовые отряды предлагают работу на летнее время на любой вкус. Это и строительство, и сбор урожая, и даже возможность стать частью команды проводников российских железных дорог. О наборе в республиканский отряд проводников я узнала в своем колледже, буквально, наверное, за месяц до официального набора. И так как это была моя мечта, и так как я хотела очень сильно посмотреть Россию, посмотреть природу, именно покататься по разным направлениям, я решила пойти в отряды российских студенческих проводников. И я об этом не пожалела. Ежегодно студенческое движение обновляется и получает новые импульсы к развитию. Сотни энергичных и целеустремленных молодых людей нашей республики становятся его участниками. А в октябре у них есть возможность поделиться самыми яркими впечатлениями со своими сокурсниками. И, может быть, именно после фестиваля «Звездная карусель» кто-то из зрителей решит в следующее лето непременно овладеть новой профессией. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Игорь Зверев. Республика.